Добрый день! Добро пожаловать на вторую серию презентационных роликов о продукции нашей компании. И сегодня я хочу познакомить вас с напольной батареей, напряжение которой составляет 48 вольт и мощность 25 кВт-час. Давайте посмотрим, что же расположено внутри каждого из блоков данной батареи. Итак, в каждом из этих смонтированных блоков имеется 16 ячеек по 3,2 вольта каждая, что в общей сложности дает 51,2 вольта. Емкость блока составляет 100 ампер в час. Общая выходная мощность 5120 ватт в час. Заряда хватает надолго благодаря использованию литий-ионных фосфатных материалов, доля которых составляет 3%, что намного лучше, чем использование свинцово-кислотных батарей. 342 мм, ширина 460, а высота 177 мм. Сбоку расположены 4 терминала М8. Корпус изготовлен из высококачественной стали. Для подключения мы рекомендуем использовать кабели 6 калибра. При покупке мы также предоставляем вам бесплатное крепление для установки. Внутри данного устройства расположены 6 датчиков. 1, 2, 3, 4. Два других датчика мы видеть не можем, но я покажу вам, как их использовать. Для этого мы включаем наш блок, выбираем пункт меню, вход. Опускаемся на 2 пункта ниже до температуры, вход, и здесь мы можем видеть наши 6 датчиков. Итак, что касается температуры, то мы рекомендуем поддерживать температуру от минус 20 до 60 градусов, а при зарядке она должна быть от минус 5 до 55 градусов соответственно. Если температура поднимается выше 65, то BMS отключает питание и позволяет снова подключиться к сети только в том случае, когда температура опустится до 60 градусов. Поэтому мы рекомендуем заряжать данный блок при 100 амперах, однако он может выдержать до 500 ампер. Напряжение заряда всегда должно оставаться в диапазоне от 56 до 58 вольт, и BMS немедленно отключит его, если оно достигнет 58,4 вольта, чтобы он мог разрядиться. Максимальное непрерывное напряжение равняется 500 ампер. Если оно поднимется до 525, то получите предупреждение. Если оно поднимется до 550 в течение 1000 миллисекунд, то BMS отключит данный блок. При падении напряжения до 44 вольт появляется предупреждение. Если напряжение продолжит падать, BMS отключит блок. Когда напряжение вернется к 43,2 вольта, система позволяет ему снова включиться. Данная система оснащена защитой от короткого замыкания, которая немедленно сработает в течение 300 микросекунд, если возникнет опасность замыкания. В первую очередь, нашим приоритетом является ваша безопасность. Итак, на этом презентация нашего продукта окончена. Данный товар имеется в наличии на складе. Приобрести его можете перейти по ссылке в шапке профиля. Спасибо за внимание.